Я также молюсь, чтобы Дух Святой открыл нам сердца, и мы могли получить Слово от Него. И многие из нас слышали про праздник Рош ха-Шана, Новый год. לפנימ בורח מצומת ליבנו שהשם האמיתי של החג הזה חג התרועה. И иногда от нашего внимания ускользает, что настоящее название этого праздника — это праздник труб. אבל אם מסורת נוצר מהלך כזה שבארץ שלנו יש ארבע ראשי שנה. Но в соответствии традиции в нашей стране есть четыре новых года. אחד מהם בניסן. Один это в месяце Нисан. И мы читаем об этом в Торе, потому что Нисан это первый из еврейских месяцев. Потом 1 Илюля. И говорят, что это Новый год для всего, для всей паствы, стада Израиля. И в это время приносились жертвы. И также 1 Тишрея — это праздник Рош ха-Шана. И еще Новый год — это Тубишват. Это праздник всего зеленого, что есть в Израиле. Все это традиция. Но иногда традиция — это что-то хорошее. И иногда можно следовать традиции, идти, соблюдая их. אבל מאוד חשוב להבין מקור על מה כתוב בספר ומה בכלל המשמעות של כל העניין הזה. Но очень важно понять, что написано в книге и в чем значение всех этих вещей. ועל פי מילים. И согласно словам. כשמדובר על חודש ראשון, אז כן מדובר על ניסן. Когда говорится про первый месяц, то имеется в виду весна, имеется в виду ניסן. אבל כשמדובר על חג הזה, נוקד קולות האלה. אה? ילד פייד? Но когда говорится про этот праздник, אז מדובר שזה אסיפה גדולה, זה מפגש, זה כל קהל ישראל מתאסף ביחד, וגם על זה כתוב בספר תורה. Говорится про великое собрание, когда весь народ израильский собирается вместе, и об этом написано в Торе. ובכלל את כל העניין ומילים האלה, ראש השנה, זה התחיל מזמן של מישנה. זה לא היה מזמן של התורה, וכתבו את כל העניינים האלה. И все, что связано с праздником Рош ха-Шана, началось во время Мишны. Не было об этом написано в Торе. אבל אני קצת מדבר על היסטוריה. Я немного говорю про историю. אז אומרים, הנה חג התרועה. Говорят, что праздник труб. תקיעה בשופר. Когда мы трубим в шофар. מאיפה זה בא? Откуда она приходит? וגם אם אתם פותחים כל מיני מקורות, אז אתם יכולים לראות שמדובר קודם כל על אברהם שקיבל הוראה מאלוהים, ואלוהים פיתה את אותו, זה בראשית. Если вы откроете источник, то вы увидите, как Бог испытывал Авраама. Это написано в книге Бытия. В 22 главе. И он сказал, принеси мне в жертву Ицхака. Помните это время. Это очень известный рассказ. Но это... Это толкование. В Торе действительно есть этот рассказ. Но толкователи говорят, что все это произошло именно во время праздников Тишрей. אבל זה מתנגש לספרים אחרים שיש ביהדות, לדוגמה לספר יובלים. Но это противоречит тому, что написано в других еврейских источниках, например, в книге юбилейной. ושם כתוב שאברהם לקח את יצחק להר מוריה באגרת בערך בזמן של הפסח. Там написано, что Авраам взял Ицхака на гору Мория примерно перед Песахом. И это несколько месяцев, полгода разница. И согласно логике,
בפסח, כי הקורבן של יצחק מאוד מאוד דומה לקורבן ישוע המשיח. По логике, мне кажется, что это, скорее всего, произошло во время Песаха, потому что жертва Ицхака похожа на жертву Мессии Иешуа. וישוע ניצלב בחג פסח. הישוע был распят на праздник Песах. אבל לא כל כך משנה מתי זה קרה. Не так важно, когда это произошло. אני רוצה להגיע למקור. Я хочу подойти к источникам. ואנחנו נקרא היום קצת מכתבי קודש, ואני רוצה לבקש משירלי לעזור לי לקרוא מה... И мы будем сегодня читать из священных писаний. Я хочу попросить Ширли прочитать мне на красивом иврите. Открой Левит 23 главу. ובוא נקרא מפסוק 23 עד 29. Прочитаем с 23 по 29 стих. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחת לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. כל מהלכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה לאדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה לאדוני. וכל מהלכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא, לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מעמיה. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажите сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, это будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». И сказал Господь Моисею, говоря, «Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения». Дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего, а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Мы видим, что после выхода из Египта Бог через Моисея дает годовой цикл своему народу. וזה חגים או מועדים. Это праздники или особые даты перед Богом. מאוד חשובים. Очень важные. זה לא סתם שמחה. Это не просто радость. או לא סתם בכי. И не просто плач. אני יכול להגיד שהעמים האלה בזמנים ההם היו משתחווים לאלילים. Я могу сказать, что народы в то время поклонялись идолам. וזה לא היה סתם אליל, סתם פסל. И это не был просто идол, который был в виде статуи. Там были силы. Силы, настоящие силы. Может быть, кто-то может посмотреть фильм, называется «Боги Египта». Естественно, это просто выдуманная история. Но каким-то образом это показывает то, что было на самом деле, были определенные силы. Поэтому не раз и не два писания говорят, что наш Бог превыше ваших божеств. И когда Бог дает народу Израилю систему празднования, это были особые даты, когда народ Израиля приближался к высшей силе. И он чувствовал намного более могущественную силу, чем то, что было в храмах этих идолов. И особенно народ израильский, который жил в Египте. И как написано, что он, да, каким-то образом приблизился к идолослужению, которое было естественным в Египте.
В пустыне они приближались к Богу в эти дни, это было особенно. И вот эта система, которую Бог дает народу Израиля. Трубите в шофар на Сионе. И приготовьте ваше сердце к особому дню, дню искупления. И потом они продолжили жить там в пустыне. И помните, сколько лет народ израильский был в пустыне? И прошло 40 лет, и произошли какие-то вещи. И вот мы приблизились к книге Левит. Если вы откроете Левит 29 главу, не Левит, Бамидбар, числа. А, слегка. Числа 29 главу. Там описывается, когда народ израильский уже практически подошел к обетованной земле. И есть еще одна дополнительная заповедь относительно дня трубного. Но послушайте меня здесь. Мы очень привыкли мы привыкли к тому, что мы читаем священные писания по главам и по названиям книгам. Поэтому мы забываем исторические события, которые произошли там, мы просто смотрим на текст. Давайте прочитаем числа. 29 глава, 1 и 2 стих. ובחודש השביעי, באחת לחודש, מקרא קודש יהיה לכם. כל מהלכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. ועשיתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פער בין בקר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה, שבעה תמימים. И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, пусть это будет день трубного звука. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока. Когда мы, западные люди, смотрим на этот текст, и мы посмотрели в книге Левит, потом в книге Чисел, мы видим больше деталей, как развивается этот праздник труб. Там это было только трубный звук и праздничное собрание, а здесь еще и жертвы. Но мы пропускаем то, что было посередине. И что очень интересно, книга чисел, 29 глава. Это недельная глава, есть название. Помнит, кто-то помнит, как называется эта глава? Пинхас. Пинхас. Парашат Шавуа Пинхас, или Барусит Финес. Недельная глава. Анахну квар зухрим. И здесь мы вспоминаем историю. Что там произошло? Как раз до этой дополнительной заповеди Муше, как праздновать праздник труб, в народе Израиля произошел большой балаган. Они сражались против Мадиан и Муава. Помните, да, рассказ с Валаамом и Валаком? И они вроде бы победили их. Но потом там был рассказ с девушками. И один из предводителей колена Шимона, которого зовут Зимри, зашел к мадианитянке. Мидьянит.
Зашел к мадианитянке, которую звали Косби. И наказание от Бога сошло на весь народ Израиля. Я не помню сколько, но это поражение, из этого поражения где-то 13 тысяч из народа умерло. Из-за эпидемии. Потому что Бог наказал народ. Потом Бог дает руководство народу Израилю. И трубите в шофар. И принесите жертвы. Так что мы учим из этого? Весь народ был в шоке. Очень много людей умерло. И им нужно опять вернуться к празднованию праздника Труб. А жертвы уже не стали просто жертвами. Это уже покаяние. Они испугались всего, что произошло с Зимри и всем народом Израиля. И отсюда появилась эта история о трепетных днях месяца Илюля. Когда мы помним, что произошло с народом Израиля из-за греха Зимри. И мы тогда должны понять, что был за грех этого Зимри. Только похоть плоти? Нет. Но очень много гордости и много наглости. И что интересно, не Моше остановил Зимри. Герой Израиля, самый большой из пророков. Но Пинхас. Мы увидим, что даже Моше был малодушен в этом. А народ Израиля был как будто парализован. И даже тогда нам нужно подумать о себе. Есть ли у меня то же самое? Возможно, я малодушен. Возможно, я гордец. Возможно, я трус. Возможно, у меня есть похоть и плоти. И я приближаюсь со всем этим к празднику Труб и то, что произошло в нашей истории. И это объясняет мне, почему мне нужно быть готовым. Вся история и традиции народа Израиля произошли не от того, что какой-то рав сказал, давайте делать это так или так. Но для того, чтобы мы сравнили себя со всем, что тут написано. Есть такое выражение, что весь народ Израиля вышел из Египта, поэтому каждый из нас должен выйти из своего Египта. И с другой стороны, когда мы заходим в праздник Труб, когда что-то происходит перед Творцом Вселенной, нам нужно проверить свои сердца. Возможно, у тебя есть грех Зимри, возможно, ты трус, возможно, ты лентяй. Возможно, ты оставил Бога и занимаешься только своей жизнью. Может быть, ты просто называешься верующим, но ты потерял огонь. И у тебя есть пример Пинхаса и призыв с неба «Возвратись и будь как он». Вы слышите, как текст говорит про нас? Перед праздником Труб, перед Днем Искупления. И в традиции мы уже появились у нас различные знаки, что есть книга на небесах.
И там записывается запись. Я не знаю, если это правда. Но точно это правда, что нам нужно проверять наши сердца. И как верующие в Иешуа, несмотря на то, что у нас есть вселенская жертва, нам нужно проверять себя. Я хочу здесь поговорить еще кое о чем. Вы слышите меня или я? Или я вижу, что половина заснули? Когда я вижу, что люди засыпают, у меня нет желания говорить. Давайте мы будем трубить шофар и пойдем домой. Здесь написано: трубите в трубу, а потом приносите жертвы. И здесь у народа Израиля была проблема. Сейчас есть проблема. Тогда этой проблемы не было. Почему тогда не было проблемы? Было место, где приносить жертвы. Был храм. И трубили в шофар, а на следующий день начали приносить жертвы. И приносили очищение и искупление за грехи всего Израиля. Но сегодня у нас, мы находимся в яме. Мы можем трубить в шофар, но нет храма и нет где приносить жертвы. В этом случае мы верим, что народ израильский не живет просто так спонтанно, но все, что происходит с нашим народом, происходит по какому-то процессу, который Бог предназначил народу Израилю. Тогда мы подходим к Новому Завету и к Иешуа и читаем про Него, что Он сказал, про Него написано, что Он есть эта жертва и что Он великий первосвященник. И для тех, которые верят в Него, ничего не прекратилось. Мы продолжаем трубить в шофар. И мы продолжаем с жертвой. С лучшей жертвой, чем которые были у нашего народа 2000 лет назад. Вы понимаете, что я говорю? И у народа Израиля, который не верит в Иешуа, есть сегодня большая проблема. Есть такое выражение в Пирке Авот, что Моше получил Тору с небес, и он передал ее Иисусу Навину. Иисус Навин передал это судьям. Они передали пророкам. И пророки передали великим раввинам, таким как Рави Акива, которые жили где-то 100 лет после Иешуа. Кто-то слышал такую версию? Но есть большая проблема в таком толковании. Потому что те, которые были последние, они сказали, храма уже нет. Нет храма, нет жертв, не проблема. Напишем еще несколько молитв. И заменим жертвы молитвами. И это то, что произошло у народа Израиля сегодня. Но это не то, что произошло в истории.
Раби Акива и все хевра эле нулду. За 100 лет до того, как родился Раби Акива и остальные примерно. А я Иешуа Машиах. Был Машиах Иешуа. Иешуа амар каха. Иешуа сказал так. У амар ше бакисе шела Моше. Он сказал, что на Моисеевом седалище. Акшав йошвим. Цдуким вепрушим. Сели фарисеи и садукеи. Бацмам ло нихнесим, велеахерим ло нотним лейканес. Которые затворили дверь для входящих и сами не заходят. Вебаэцем укен иским им хелек мя ахраза шел пиркей авод. И он да согласился с частью провозглашения пиркей авод. Шемуше кибель тора. Что Муше принял Тору. Натано та ле Йошуа. Дал ее Иешуа и Иешуа. Они передали судьям. Эле ле невиим. Те пророкам. Но потом было проблемное поколение. И Иешуа сказал что-то особенное своим ученикам. Вот я даю вам власть. Не учителям. А вам я даю власть. И он сказал, идите до конца мира и провозгласите это Евангелие и измените народы. Написано об этом в Матфея 28 главе. Здесь я хочу обратить внимание. Кто были первые ученики Иешуа? Кто-то помнит? Простые люди были. Возможно, только некоторые были особенно умные. Ну, Шауль, это понятно, был гений. А Иоанн был тоже образованным. И Матфей был сборщиком налогов, поэтому у него умел делать разные комбинации. Лука был врач. Лука тоже был образованным человеком. Но остальные ученики были простыми. Но послушайте, после того, как три года они ходили с Иешуа, это меньше, чем учиться в университете. Что с ними произошло? Послушайте. Они не только приняли эту мудрость, не просто помазание, но именно мудрость. Как толковать Святые Писания. Они также получили помазание и власть совершать чудеса и знамения. Многие из нас думают, что это очень важно. Ефраим думает, это очень важно. Но было кое-что еще более важное. Они приняли власть. Самхут авторитет. Они получили авторитет. Лишанот тарбут шела амим. Изменить культуру народов. Такшиву аль ма ани медабер. Послушайте, о чем я говорю. Кше Ицхак и Лена уд аю гарим ба Казахстан. Когда Исаак и Лена жили в Казахстане. Ваити мидей пам носе лишама ладрих коль мине конференциот. И я ездил туда вести некоторые конференции. Мишу сипер ли сипур. Кто-то мне рассказал историю. Лама казахим. Почему казахи, когда одевают свой национальный халат, он открыт так. Рассказ такой. Ученик Иешуа по имени Андрей. Леумат Петрус и Шауль шалху ле кивун шел Маарав. Петр, в отличие от Петра и Шауля, Павла, которые пошли на запад, они захотели пойти в Париж и Лондон. Шанель. Не было еще. Было. Шанель, Пьер Карден. В общем, они пошли в ту сторону. Андрей Аллах Ямина. А Андрей пошел направо. Лекивун Кедем. Восток. На восток. Ве у Аллах бадерах шела. Их шел шелковый путь. А?
Меши, бадерех Меши. Он пошел шелковым путем. И на своем пути он проповедовал Евангелие. И все эти народы, которые поклонялись идолам, приняли веру. 600 лет после этого, когда ислам начал распространяться, они пришли в эти страны, и они принесли туда закон, чтобы халат был открыт, чтобы увидеть, люди носят кресты или нет. Поэтому подобные рассказы существуют во многих странах мира, что простые люди, ученики Иешуа Мессии, когда они были с ним 3 года, приняли авторитет изменять культуру других народов. Я могу сказать, к большому сожалению, мы, сегодняшние верующие, вообще не находимся в этом месте. Есть люди, верующие, у которых степени ученые, доктораты и остальные вещи. Среди нас есть люди, у которых есть даже дар исцеления других людей. И здесь мы слышим иногда об этом. И есть мудрецы, которые учат священные писания. Но мы не можем повлиять и изменить культуру других людей. И это потому, что мы потеряли эту ревность Пинхаса. А у 12 учеников Иешуа была эта ревность. И мы знаем слова Иешуа, который говорил: «Придет Дух Святой и напомнит вам все, о чем я говорил этим 12». И для нас это важное дело подумать, где мы, кто мы такие. Может, мы сейчас находимся в пеленках, как верующие. И, может быть, нам стоит возревновать и попросить: Господь, дай нам, особенно в это время, когда весь мир находится в хаосе. И это первая часть моей проповеди. А вторая часть проповеди, все, что связано с праздниками, это очень пророческая вещь. И я хочу прочитать вам кое-что. Я уже процитировал 1 послание Фессалоникийцам, где было написано, что в последние дни будет небесный шофар, и мертвые воскреснут, и мы также изменимся, и встретим Бога, и встретим Иешуа. Это то, о чем Иешуа учил своих учеников. И сказал: молитесь так: Отец наш, который на небесах, да святится имя Твое, придет царство Твое, и будет воля Твоя. Потом как? На земле, как на небе. Здесь говорится о том же самом. Но откуда все это началось? Это пророчество Шауля? Возможно, он как-то интерпретировал это? Я верю, что да. Частично это было его пророчество. Но
но он частично процитировал то, что люди 2000 лет назад, верующие в Иешуа, знали. Они знали, что до того, как вернется Иешуа, прозвучит большой шофар, и произойдет воскресение из мертвых. И Всевышняя сила изменит лицо земли. Но откуда это? Давайте посмотрим. Давайте мы откроем книгу Иоэля. Сефер Йоэль. Книга пророка Иоэля. Перек 2. Вторая глава. Мацат? Псуким мехамешесра чайс. С 15 по 19. תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו הצרה. אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים ויונקי שדיים. יצא חתן מחדרו וחלה מחופתה. בין האולם למזבח יבכו הכהנים, משרתי אדוני ויאמרו, חוס אדוני על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה. למשול בם גויים, למה יאמרו בעמים, איה אלוהיכם, אלוהיהם. ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו. ויען אדוני ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש, היצהר, וסבתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. Вострубите трубою на Сионе, назначите пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из горницы своей. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни и говорят, «Пощади, Господи, народ твой, не предай наследия твоего на поругание, чтобы не издевались над ними народы, для чего они будут говорить между народами, где Бог их. И тогда возревнует Господь о земле своей, пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему, «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам». Если мы читаем Священные Писания не как газету и пытаемся понять, что написано в этом тексте, мы видим три праздника осенних. Мы видим «Вострубите трубою на Сионе». Это праздник труб. Мы видим «Объявите пост». И в 18 стихе, когда написано «И возревнует Господь», то здесь говорится о празднике Суккот. И здесь написано, что Он даст нам все, в чем мы нуждаемся, и Он сохранит нас от наших врагов. И это значение праздника Суккот. И понятно, что здесь написано. И в 15 стихе про трубу очень ясно написано. Но остальные места Писания собрали народ, провозгласите пост. Понятно. То, что делает весь народ на день искупления. И в 17 стихе написано, что между жертвенником, притвором и жертвенником бегут слуги и священники и постятся. И плачут перед Богом. Но где у нас есть жертвенник? У нас нет. Так что невозможно исполнить это пророчество? Для народа Израиля в сегодняшнем понимании это невозможно. Но для нас, да. Потому что у нас есть жертвенник. И есть название этого жертвенника. Это крест. И есть жертва. И мы верим в эту жертву. Опять мы возвращаемся к нашему состоянию в этой земле. И кто мы? Слава Богу, что мы развиваемся. Слава Богу.
Даже медицинские сотрудники растут в нашей среде. И как я сказал, мы увидим адвокатов и других. Но что происходит с нашим авторитетом? Иешуа сказал: «Я даю вам всякую власть». Лавин, понять это слово. Холим, молиться за больных. Лигарешидим, изгонять бесов. Это не сильно меня волнует. Но изменять культуру. Чтобы люди начали думать другим образом. И чтобы могли сказать: я хочу, чтобы это слово повлияло на мою жизнь. И здесь я хочу обратиться особенно к молодым, к новому поколению. Что на вас больше влияет, Божье Слово или ваш телефон? И интересуетесь ли вы изменой культуры? Или вас только одно волнует, как заработать 7 или 12 тысяч в месяц? Или как меньше работать и больше зарабатывать? Где среди вас огонь? Внутри. Я хочу, чтобы была воля Бога. Естественно, есть место для того, чтобы вы поженились и построили карьеру. Естественно, место для того, чтобы устроить свой дом. Но если вы думаете ли вы о изменении, мы перед праздником труб, Рош ха-Шана. Что нам делать? Что нам делать? Несколько вещей. Первое. Я хочу повторить слова царя Давида. Перед собой я всегда видел Господа. Это решение. Это когда ты закрываешь глаза и чувствуешь, что ты действительно находишься рядом с Ним. Это важно. Божий страх и праведная жизнь. Полная вера в жертву Мессии и Его заступничество. Распространение наших плодов. Если мы будем жить так, то и слова Иешуа зайдут в нас. Вот я даю вам всякую власть. Если мы будем жить так, то мы будем открыты для Святого Духа.